Сегодня озеро Светлое прошло последнюю проверку перед началом купального сезона. К водоему выехали специалисты профильных служб, чтобы оценить готовность территории к приему отдыхающих. Официальное открытие сезона назначено на субботу, 22 июня. В будни пляж будет работать с 14 до 22 часов, в выходные с 10 до 22 часов. На пляже станут дежурить спасатели и врачи скорой помощи. Чуть раньше эксперты отобрали пробу для проверки качества воды. Все показатели оказались в норме. Купаться в Светлом точно безопасно. Помогли готовить городской пляж к началу купального сезона и спасатели. Они очистили дно водоема и прибрежную зону от мусора. Теперь, говорят специалисты, главное, чтобы правила безопасности соблюдали сами горожане. До Байков территория обследована, весь мусор поднятый и глубина соответствует нормам. А для судоводителей, которые ходят, допустим, по водному объекту, чтобы они видели, что территория является пляжем, и туда категорически заезжать на маломерных судах запрещено. Для взрослых мам и пап, в первую очередь, для того, чтобы они следили за своими детьми, потому что бывает, дети очень шустрые, что-то посмотрел, он убежал и попал туда, куда не надо. Это в первую очередь. Ну и за температурным режимом, потому что человек нагрелся на воздухе, на солнышке, а потом идет в холодную воду, тоже как бы противопоказано.